Всем привет, я Алик. Сегодня мы будем снимать антидиссер шоу. Я сейчас попытаюсь найти кого-то там. Ну да. Или... Хотя не знаю. Ладно, сейчас попытаюсь кого-нибудь найти. Одну секунду. Так, я ему звоню. О, привет. Это ты хотел поиграть, да? Ну, давай поиграем. Ты голос кого-то... Ты не поверишь, какой я тут дом построил. Дом у меня вообще... А приютишь меня, пожалуйста? Ну, могу. Только я не помню, как приют. Я тебе скажу. У меня там есть несколько стаков алмазов. А, да не надо. У меня есть очень много. Оставься. Ладно, хорошо. А, в общем-то, я только первый раз зашел в Майнкрафт. А я вот позавчера скачал его. И вот начал играть. Мне друг там сказал, что тут можно заходить на сервера. Я зашел и тут начал играть. Ну, вообще, я так ничего не понял. Но... А у тебя даже дома, что ли, нету? Ты такой... Да, у меня нету дома. Я тогда поделюсь половиной своего дома. Окей. Ну ладно, давай кидай мне калорец. Так, халале, как там твой ник? Я не вижу, напиши в глобальный чат. Ого, Вадимка. Ага. О, Вадимка. Все, принимай. Не, все, у тебя домище. Да, это не дом. Я над ним трудился месяц. Вот, а ты точно не грифер? Нет. У тебя есть алмазы? Есть. Ты у меня... ты сказал, что дать мне, а я говорю, не надо. Ну, хорошо. Вот тут у меня, правда, пустые сундуки. Ой. На верхнем этаже у меня там... спальня, еще что-то. Здесь у меня чаровалка. И здесь сундучки. Можно зачароваться. Я тоже упал. Ой, что-то у меня живот болит. Сейчас я на секундочку отойду, хорошо? Просто я покушу там морковку съем. Я же заяц, поэтому я пошу. Ребят, я выключил микрофон. Алло, чувак, я пришел. Ой. Алло, чувак, я пришел. Слушай, где мои ресы? Тут приходил админ, и он убил тебя. Я ему сказал, чтоб он ушел и ушел. Вот твои ресы и вот туда вот. Эй, а что я зайти на ногу? Это ты меня убил? Да не, иди, подожди, ты чё меня бьёшь сразу? Я тебе сейчас дам. Я уверен, что это был ты.
Это да? Вот твоя. Дверь тут была закрыта, я уверен. Вот. О, алмазики. Все, я сейчас меч возьму, и я тебя побью. У меня есть алмазные, у тебя железные. Ты спалился, чувак. Ты бы не вложил ресурсы, он админ бы забрал их. Ах ты, врун! Получай! Я тебя сейчас пристрелю! Попробуй! Ай! Получай! Получай! Ай! Ты так быстро меня убьёшь! Ай-яй-яй! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Ай-яй-яй! Ай, бежать надо, бежать, ай, ё-моё! Бежишь, тварь! А-а-а! Да получай! Не-н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 е! Блин! Сам сгорел! А ну иди сюда! Котенка! А не буду я тебе идти сюда! А ну пошёл в жопу! Слышишь, я сейчас админа позову! Я тебе шапку сломал! Я админа позову! Ага, кого ты позовешь? Какого? Я админа позову, я тебе говорю. Какого админа ты позовешь, блин? Я тебе уже все. Я ну тебе уже всю броню переломал. Ты нарвался. Я звоню админу. Я на спавн ТП-хнулся. Зачем ты так делаешь? Ты говно! Зачем? Я опять на... Где, короче, пришёл админу? Я-я-я, чё ты мне сделаешь? Чё ты мне сделаешь? Ха-ха-ха. Чё ты мне сделаешь? Ты уверен, что тебе ничего не будет? Ничего. Есть, конечно, да, админ. А я просто зайду с другого. Ну, это сейчас ты так говоришь. Я уже написал ему. Пойди на первый этаж. Я стрелял. Да. Убил я говнюка. Чё, блин? Я что сказал? А ты говорил, что ей всё? Да? Мне всё равно копия дома есть. Хорошо. Я и второй твой дом сломаю. Раз у тебя два дома. Ну, а я перейду, пожалуй, к твоему бану. Ты чё? Зачем ты так делал, чувак? Ты говно! Все, чувак, я выключил голос. Знакомый? Ах ты говно! Как ты меня нашёл? Блин, а! И как ты думаешь, кто я? Я не скажу, кто ты. Давай, скажи. Я помню, что ты снимал. Так что все, до свидания, я сразу... Да, я знаю, я Алекс, здорово. Я сразу ухожу. Ну что, как ты там? Понравилось тебе? Что, до свидания, куда ты? Ну ладно, я тебя закрою. У меня суперкирка. Суперкирка? Ну что, чувак, нужно тебя наказать. Я думаю, ты уже много людей загрессировал, да? Нет, только тебя. Ага, конечно. После того раза. Ну что? Вот эти вещи я сам купил. Вот эти вот вещи, которые у меня, это я сам купил. А вот это вот твое было. И кровать было. Вот это было твое. Скажи пока. У меня больше ничего нет. Чувак, у меня для тебя есть выгодное предложение. Хочешь, чтобы твой дом возвратился? А? Хорошо.
Я сейчас поставлю кнопку. Нажми на эту кнопку 3 раза. Все давно! Нет, мой дом! Я выстроила так долго. Чувак, ты сказал, что у тебя второй есть дом, у тебя есть второй аккаунт, зачем мне еще что-то делать? У меня нету. Ну ладно, пацаны мои, короче. Всем спасибо за просмотр, что мне давали, всем пока.